Добрый вечер, дорогие друзья. История нашей страны необъятна. Она видела сотни тысяч событий, дат, людей. Что-то мимолетное рассеивается во времени, а что-то навсегда золотыми буквами вписывается в память народа. Великая Отечественная война – яркий тому пример. Кажется, что это было так давно, но и сейчас, спустя столько лет, каждая семья, оглядываясь назад, с замиранием сердца вспоминает самые страшные события 20 века. Когда говорят, что война затронула каждую семью, это чистая правда. Фронтовики, труженики тыла, узники концлагерей – это все наши родные, наши деды и бабушки. И в этот день мы вспоминаем ушедших и говорим спасибо тем, кто с нами здесь празднует этот великий праздник. Они подарили миру великий праздник, правда, но что помогало им тогда, 77 лет назад? Вера в лучшее, поддержка и песня. Те годы подарили нашему миру столько прекрасных, столько добрых композиций. И сегодня, в преддверии 77-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне, студенты и преподаватели кафедры эстрадно-джазового искусства под руководством народной артистки России, заведующей кафедрой, профессора, президента Музыкальной академии Ларисы Долиной, Ларисы Александровны Долиной, исполнят лучшие песни военных и послевоенных лет специально для вас, дорогие зрители. Ваши аплодисменты. Эта песня была написана в 1938-м, но в годы Великой Отечественной она стала неформальным символом тяжелых испытаний для нашей страны. Танцуют все. «Катюша» исполняет Милена Авакимян. Яблоки и груши, полы.